А если мстители подставили? А? Тарлтон, Аим. Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? Но вы же доктор Брюс Беннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Я более чем полагаюсь на способности доктора Рапачини. Нет, стойте! Нет, прошу, не надо! Темницы и пытки. Так Аим строит дивный новый мир. Спасение мира требует жертв. Как долго я был подопытным кроликом? Я тебе верил. Из-за тебя! Я теперь как они! Тони, Тор, к тросам! Вот, другое дело. Нет! Нет! Закрывай! Вы боретесь с неотвратимым, неизбежным прогрессом, мстители! А вот это уже очень странно. Учтите! Я в очень дурном настроении! Прием! Автоколонна переводила высоколетальную звуковую бомбу. Я избавлю Землю от суперсил. Даже если они исчезнут со мной. Разнести! За время нашего отсутствия мир немного изменился. Изменились и мы. Появился Модок. Нелюди. Аи, Моника, вина на нас. И мы не отвернемся. Мы примем последствия. Искупим свою вину. Остановим опасных злодеев. Но главное... Мы сделаем это вместе! Мстители. Общий сбор. Как недавно избранный верховный ученый, я намерена избавиться от слабых звеньев изнутри. Имейте в виду, будущее все равно за Аим. Клонирование, путешествие во времени... Наши возможности безграничны. Теперь за работу. Командор Хилл, как обстановка? Во-первых, охранная система тут никуда не годится. Клинт. Чтоб меня... Директор Фьюри! Не ожидали? Командор Хилл все мне рассказала. Похоже, это вам я обязан своим спасением. Добытые вами сведения о космическом кубе дали мне необходимое преимущество. Насколько я знаю, в других вариантах будущего мне не так сильно повезло. Наша временная линия раздроблена, и последствия этого до сих пор нами не изучены. Боюсь, что череда наших проблем только началась. Вторжение Кри грядет, и мы видели, что будет, если они победят. Но в нашем времени этого не будет. Вы доказали, мы можем все изменить. А им попытаются нам помешать. Для доктора Рапачини мир, где мы победили, равносилен миру погибшему. Но нас ведь это не остановит, верно? Можете на нас рассчитывать. Подготовьтесь, если нужно. Затем найдите меня и начнем.
Сэр, я помогал агенту Ву в разработке нового протокола для комнаты вред. Так вы быстрее придете в форму. Эй, я поддерживаю свою форму. Мысленно. Как я сказал, агент Ву будет ждать вас в комнате вред, рядом с ангаром. Летает через 20 минут. Спасибо. Удачи тебе там. Проверка систем безопасности. Не работает. Привет, Тони. Какой твой рекорд продолжительности работы под прикрытием? Координаты еще не готовы. Придется подождать. Докладывают, что след оборвался. Собираем все данные.
С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. О, сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов — «Мстители против ящерицы с канализации» Камалы Хан! И толпа мне аплодирует! Вот это настрой! Обещай мне одно, в любом случае. О, я же хороший, Абу. О, Бета, важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу Мстителей на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! Все реальные гости и члены их семьи должны зарегистрироваться у стойки администрации. От лица Мстителей и Щита желаю вам приятного. Такая крутая! Добро пожаловать на День Мстителей. Все VIP-гости и члены их семей должны зарегистрироваться. Круто! Но хотелось бы посмотреть на них вживую. От лица Мстителей и Щита желаю вам приятного. Добро пожаловать на День Мстителей. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи!
У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон. Сказано, что тебе надо просканировать штрих-коды на каждом стенде по комиксу. Даже не знаю, куда пойти сначала. К автоматам или к молоту Тора. А я пойду за мороженым. Мята, шоколад? Да, спасибо. Чтобы узнать расписание дня и план сегодняшнего мероприятия, посетите информационный Видимо, если я хочу получить комикс, надо сыграть. Не проходите мимо. Надо бить по красным, а не по зеленым. 150 очков до победы. Ерунда! Америка и Мстители? Схватка супергероев? Ого! Халк, крушить! Абу убьет меня, если я притащу в дом еще игрушек.
видел, как я выиграла в Халк крушить? Этими тощими ручонками? Похоже, мне лучше тебя не злить. А есть обезжирение? Боюсь, что нет, сэр. Ну, ладно, я же не знаю. Давайте, давайте! Не, я... Есть скидки для родственников VIP-участников? Похоже, у тебя полно дел, Камала. Кто хочет опробовать жалостовый? Вот, блин. Ты чего? Да вот, такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Конечно. Класс. Увидимся. Я железный человек. Я железный человек. Круто. Я железный человек. Вот так. Джарвис. Интересно, Тони Старк переживает, что шлем портит ему прическу. Божечки, репульсорные перчатки! Боже мой! О, это так круто! Что еще за мерзость? О, виноват! Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага, а что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам, м? Вы шутите? Угадала. Узри, вот оружие, которое совершенно... Ого. Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает подделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан. Я запомню это имя. Я что, только что говорила с самим богом грома? О, офигеть! Главный приз. Комиксы. Соберись. Вот это не забудьте, что встреча... Я думал, либо встреча. Ничего. Не думал и не подумал. Точно, точно. Надо поддерживать себя. Очки могут до него дотянуться. Вот это гигант. Я хочу, чтобы были как у него. Ого. Нет, не надо. Не говори ему, что я это сказала. Его волосы сжигают. Нереально. Хватит. Я прошу, взять меня
Видимо, если я хочу получить комикс, надо попробовать. На главной сцене. Не упустите шанс познакомиться с величайшими героями Земли. Погодите, не стесняйтесь. Ребят! Врум! Супер! Папа, папа! Я только что видела Тора! И он правда такой высокий? Еще выше! Я думала, ты пошел за мороженым. Тебя долго не было, а оно таяло. И ты его съел. Кто не успел, тот опоздал. Похоже, придется мне взять на VIP-балкон кого-то другого. Очень смешно. Закончишь? Встретимся у стенда с Терригеном, ладно? Ты должен мне мороженое, Абу. Химера. Какое интересное название. Это из греческих мифов. Химера сочетает самые сильные стороны разных созданий. А еще она выглядела как женщина-коза, но дело не в этом. Вообще, мы можем сесть и на обычные места. Когда соберешь все комиксы, встретимся у лифта. Ладно. Еще комиксы. Наплюй ты на выход, Чистарка. Это те ученые из телека. Меня сейчас стошнит. Терриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть. Доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадал утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели у реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы
поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс, я, ну, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? Почти собрала. Вип-балкон, жди меня. Интересно, он на Терриге не работает? Нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти! А ну, отойди. А, простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда! Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага, да пофиг. Пошли отсюда. Комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерица в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. А, вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. А, я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации.
А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. А, может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и черная вдова. С ума сойти. У меня уже есть такой. Постой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Комикс, который тебе нужен. Супер! Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на VIP-балкон. Соберите 5 эксклюзивных комиксов и попадите на VIP-балкон. Ну же, народ! Как насчет вас? Директор Фьюри! Директор, вас не тревожит, что реактор геликарьера может не выдержать нагрузки от Терьяна? Мы ведь мало знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера воплощение безопасности и силы Мстителей и щита разума. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. О, магия какая-то. Бета. Это лифт к твоему балкону. Надо только отсканировать телефон. Собрала комиксы? Сезам, откройся! Идет царица комиксов! Сегодня мы собрались, чтобы отметить два события. Во-первых... Лучший день моей жизни. Я рад. Герой похлеще, чем в реальной жизни. Мы также хотим представить новый источник чистой энергии под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его... Доктор Джордж Старл. Спасибо, Кэт. Капитан Роджерс. В реакторе Химеры находится новый минерал. Терриген. 3 года назад я нашел странный камень в заливе Сан-Франциско. Мы провели ряд исследований и выяснили, что... Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и...
плохих парковок. Парковками, надеюсь, справишься. Сильно. О, нет. Это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинжет, Над. На всякий случай. Есть. Чистить проход. Есть. Давай, давай! Вооруженных людей! Нам нужна подмога! Вы недостойны! Тони, Тор, доложите! Тут люди в ловушке. И много человечков с оружием. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее завтракать сегодня. Тор, спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади, я разберусь. Мы за вами, Тор. Спаси нас! Будет весело. Кто? С кем мы имеем дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен, Брюс. Останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Помогите! Пожалуйста! Вы ранены? Нет, просто застрял. К счастью, для вас я силен. Спасибо, Тор. Бегите в укрытие. Тор! Тор, спасибо! Не высовывайтесь, помощь на подходе. Новая цель, Марк, убей его! Смешно.
данные подтвердились. Номерные знаки совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из внутренних сводов Юри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно. Ладно, как скажешь. Ракеты «Пульса»? Рад, что Юрий держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их сделал. Кэп, надо защитить кристалл Дерригена, если в него попадут. Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Сидите в укрытии. Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Огонь! Огонь! Мстители, колонна везла секретные прототипы щита. Фьюри ищет грузовую декларацию. Кирилл! Как кошка! Передай Фьюри, что я обожаю, когда в меня стреляют моим же оружием. Будем держать в курсе. Гуси жива-здорова. Я не думал, что ты это У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Отряда выбыло из строя.
Знаете, я сегодня был как-то больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Свидетели, докладывайте. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Подскажи... Опасный старт. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Нат, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не... Слышала. Нат, ты слышишь? Внимание! Химера атакована! Начать эвакуацию гражданских! Ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила?
Ну-ка посмотрим. Эффектное появление. Взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, ничего бы все. Ah!
силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Ну и что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь. Хватит болтать! Да. Трусиха! В чем дело? Не любишь сюрпризы? В следующий раз будь внимательнее. Этого ты и не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щит, и мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании AIM, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но... Увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем в годовщину Дня Мстителей. Сами не видят, что творится у них под носом. Ну же, куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, Бетта? Да, конечно. Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями.
Накия расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное, там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно. Что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Давай, Камала, подумай. О, точно! Блин. Да ладно. Ну нет. Не может быть. Боже, я вошла! Мне просто не верится! Так, все скопировать. Слава эгоцентризму Тони Старка! Что это? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Точно что-то нашла. Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Тостеры. Подбросил.
Вот-то! Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Кому нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. А Амир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Нужен мой ноут. Абу выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть. Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев?
Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди.